И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с модом Ark Eternal, и все так же на сервере Eternal 15x PvE Plus Mods. Кстати, замечательно вот так вот встречать рассвет в Арке. На фоне вулкана, конечно, это выглядит не очень, но все же красиво. Вот, и да, стою я так красиво, все, и куча-куча фундаментов, но в итоге, вот он мой новый дом. Да, я решил полностью переехать в свой ангар, я его полностью переделал, как видите, у меня полностью все закрыто, все стоит глухо, фундамент на одном уровне стоит, как видите, все просто замечательно, а там, где не один уровень, там маленькая хитрость. На входе у меня стоят артефакты, пока что так стоят, но более или менее сделал красиво, что было. Заходим вовнутрь, ворота также автоматически закрываются, как видите, изнутри как будто бы ничего и нету, собственно, как я и хотел, так я и сделал. На входе у нас стоят два альфа-гигантопитека. Кстати, я не знаю, что за фигня, но к ним сейчас невозможно зайти в инвентарь. К ним нельзя зайти в инвентарь какого-то перепуга. Я не знаю, что за фигня. Напишите в комментариях, у вас есть такая проблема, нет такой проблемы, но я не знаю, что за фигня. Переделал додоху в холодильник, скажем так. Вот, врафца для того, чтобы он мне перестал уже срать яйцами. Альфа киблов у меня полно. Я бы даже так сказал, раза в три больше, чем вообще мне нужно было. Учитывая, что я практически все потратил, которые мне нужны были. Но все равно. Здесь у меня саблезуб волк. Здесь два раптора. Там у меня черепашка. Да, черепаха тротила. Господи, с тебя же все начиналось. Тротила ты наша, тротила. Че, наш мужик. Так, давай-ка я тебе здоровье вкачаю. Просто за твои заслуги вкачаю тебе здоровье. Да, с тебя же все и начиналось. И ты все еще около меня. Не, конечно, начиналось все с страйка, но, к сожалению, его нету. Да, такие вот дела. Ну, это второй по величине. И первый по значению. Дальше Prime Mantis. Да, я притомил Prime Mantis 500 или 400 вроде бы какого-то левела. Закинул сюда кристалл пикакс и хатчет. Короче, топор и кирка кристальные. Ну, вполне неплохо. Даже верн праймерских убивают. Кстати, хотел праймерскую верну притомить. Что-то я, короче, опять придумал на них дело. Они просто летают, думаю, притомить. И тут, короче, я начал перестройку, переделку, короче. Что-то потом опять стал строить. Ах, нафиг. Дальше два Poison Trike стоят. Кстати, все у меня на пассивке стоят, чтобы они не двигались. И все нормально. Просто пару больших поставлю на нейтралку, и будет вполне достаточно. Дальше у меня три мешаньки стоят. И стега. Стега, конечно, свое почетное место здесь занимает. И пускай дальше стоит. Кстати, давай и тебе за твою заслугу тоже вкачаем здоровица. Вот. Теряйся потихонечку. Вот, дальше у нас Альбатрос. Да, Альбатрос. Все нормально. Хоть я его и притомил, но он мне именно как добытчик полимера так и не пригодился, так как, ну, я и без этого нашел способы, как добыть полимера, а именно луки дропаются, луки разбираются и все пучком. Здесь у меня в загончике таком, видите, я сделал специальный загончик, просто без подъемов, без ничего, сделал загончик, и, кстати, только именно здесь я оставил траву, то есть прозрачность фундаментов, по сути, я могу и здесь сделать прозрачность фундаментов, да, вот, но я как бы сделал именно для жуков, вот, они просто стоят на блуждании, просто бегают, чтобы не раздвигались, я им сделал вот такой вот загончик, почему бы и нет, вот, заодно и динозаврики мои все в ряд выстраиваются потихонечку. Здесь у меня стоит Бронта, да, все так же, все еще живет, мой родненький Бронтач. Вот, здесь я паучиху поставил, пускай тоже здесь стоит. Вот он, Индоминус Рекс все еще здесь.
никуда он не денется. Кстати, я Индоминус уже седло еще лучше выбил. 313 брони, вообще здорово. Здесь Ancient Manticore. Здесь, господи, Доминус Мантикора. Все нормально, все стоят, все замечательно. Праймер Экс. Праймер Экс, куда ж без нее. Просто тащит, просто спасает. Ну и, собственно, Evolution Dodo. Да, как же без нее? Конечно же, точнее, без него. О, она все-таки она. О, прикол. А слушайте, а вроде бы до этого было он. Хм. Пол еще что ли меняется. Ну, кстати, левел 750 в итоге. А, ну да, я ж тебя вкачал, был 600, все правильно. А, как видите, вкачал, кстати, намного мощнее, чем Рекс стал. Да. Здоровье на 5 миллионов меньше, урон побольше. Ну, собственно, если бы я бы вкачал бы здоровье также 30-ку, я думаю, урон был бы также примерно одинаковый. И тогда бы, знаете, Рекс бы выигрывала. Почему? Ну, у нее седло босявое. У нее седло босявое, что, соответственно, дамага намного меньше. Здесь, конечно же, Парацера. Парацера, куда ж без тебя? Ты ж родненький наш кормилец. По-другому тебя, точнее, кормилица, по-другому тебя и не назвать, потому что благодаря ей и седлу все просто замечательно. Все просто великолепно. Хиляйся, продолжаем. Ну вот, ну и, собственно, как я уже с кого и начинал, альфа гигантопитеки. Вот, вот такой вот, так сказать, загончик и зоопарчик. Как видите, опаньки, потолочек, несмотря на то, что его просто-напросто нету. Пойдемте, я вам покажу, как это выглядит снаружи. Снаружи это выглядит просто прикол. Просто вот такая вот коробка. Ничего, никак, нигде не видно. Теперь больше никто не заспойлерится ничем. Ничего не увидит, что, как, где. Здесь я собираюсь сделать еще маленький тамбур. И с еще большими воротами. Для чего? Будет примерно так. Телепортировался, открыл ворота, зашел. Ворота закрылись, а? Отлично. Если кто-то за мной залетел, зашел, я обратно выхожу, либо запираю этого нечестивца, назовем так, вот, и просто он живет в этом тамбуре, то есть никуда не сможет выбраться. Это я добрый человек, я очень добрый человек, вот, и, соответственно, потом уже зайду вовнутрь. Если никого нету, то я захожу вовнутрь, и все нормально. Для чего это? Чтобы ко мне не ходили. Я ненавижу, когда ко мне заходят просто так, так сказать, без спроса. Вот, я это просто-напросто терпеть не могу. Такой человек. Вот. Я себя пригласил, ради бога. Я только за. Как видите, осталось мне еще фундаменты заменить, но просто уже лень. Лень, просто тупо лень менять фундаменты. Вот такие вот дела. Показал, рассказал, новый дом, все просто замечательно. Но, конечно же, вот эта маленькая хибарочка, как видите, это мой дом. Теперь это мой дом. Черт побери, прикиньте, да, это мой дом. Как видите, все поставлено по минимализму. Стоят два сундука, точнее сейфа, в котором все, что нужно, и хранится. Ресурсов дофига, как видите, ресурсы. Гринделка мне очень сильно помогает в этом плане. Включить. Запитано. Не включается. Ладно. Возможно, мешает потолок. Потом разберемся. Здесь, кстати. Пофиксили и... Ну, что-то пофиксили. В общем, теперь я переместил с помощью пистолета всю тухлятину, и она превратилась в обычную тухлятину. И стала весить не 1000 за стак, а всего лишь соточку. Что очень даже здорово. Ну и, собственно, остальное место, почему я здесь все храню, потому что здесь, допустим, прайм рыба хранится 169 дней, а здесь, допустим, прайм рыба... Ой, это я не сюда закинул. Еще немного, видите, путаюсь, что где куда. То есть просто так в инвентаре 35 минут.
Здесь прайм-рыба хранится 7 дней. Ну, вы понимаете, даже несмотря на все это, в общем, прайм-айдж здесь хранится много лучше. Прайм-баранина и мясо в целом я здесь все храню. Да, конечно, мясо здесь хуже хранится, но все равно здесь храним. Ну и тухлятину, чтобы она мне не мешалась. Вот, ну а дальше здесь все по накатанной, ничего серьезного. Здесь бронька, всякая фигня, артефакты. Здесь у меня все, что касается строительства и что я использовал последний раз, это просто пустота стоит, если вдруг нужно будет. Здесь кибл дело, как видите, 10 тысяч один у меня там металлической руды. Здесь у меня все, что касается альфачей. Собственно, мне сейчас вот эта вот штука и пригодится. Здесь у меня крафчу что, когда, где и так далее. То есть, как видите, кстати, три кровати, все как и было раньше. Сюда поставил обелиск, пускай стоит без дела, мне он нафиг не нужен, и пускай работает. Сюда я поставил эту кочергу, чтобы она, ну, также смотреть, что мне нужно. Вот, что же я сегодня хочу сделать. Повзывать эндбоссов, посмотреть на этих самых эндбоссов, что же они из себя представляют. Хотя знаете что, чтобы апнуть нашего Дудорекса в Даркстара, мне нужен мистери элемент. Мистери элемент бывает крайне легко за счет убийства Даркстара. Да, ничего серьезного. Так что давайте-ка сегодня я убью Даркстара, хотя бы одного, возможно двоих, посмотрим. Артефакты есть, генетик соул у меня 41, если не ошибаюсь, то есть все есть. Как говорится, на стриме мне хоть никто и не скидывал, но, как я говорил, но зато народ залутался, народу, как говорится, и народу помог, и сам подлутался. В общем, все это хламье у меня есть, так что без каких-либо проблем. Единственная только проблемка, я не знаю, вот этот чувак Додоня залезет в купол или же нет. Так, Матрикс Кора мне, значит, сейчас пока что не нужны. Так что я тебя скидываю до лучших времен. И если, но в следующей серии уже тогда будем убивать этого эндбоссов. Эндбоссов, как говорится, даже если я сейчас не убью, то то что? Че я ищу-то вообще? Вот, если я сейчас не убью двоих Даркстаров, то я за кадром обязательно завалю. То есть все будет без проблем. Так, давайте глянем Даркстар. Даркстар. А, Генетик Соу. Господи, что я забыл-то. Генетик Соу. Вот, видите, 41 Генетик Соу. Этого будет мне пока что вполне достаточно. Погнали. Телепорт я убрал, потому что сначала он у меня здесь стоял, потом так думал, блин, я же буду телепортировать вечно обезьян своих, вот, гигантопитеков. Так что решил, что не буду. А, кстати, из-за чего я узнал, что у гигантопитеков инвентарь не открывается, им хотел шлемаки надеть, господи, как они обзываются, инморталовские. А, Этерновские. Вот, ну, они что-то, короче, как-то не надевались, потому что в инвентарь зайти не мог. Вот, кстати, вот, видите, еще фундамент немножечко, рампу что-то не доделал. Ну, такое еще вроде как и сделал, но в то же время не доделал. Так, бутылей дофига, так что понеслось. Летим, значит ли, в купол. Летим в купол. Слышь, козел? Да твою мать, как меня это дерьмо бесит. Так, стоять. Стой, гад! Почему я не мог сесть? Вот это меня больше возмущает. Оу-е! Да! Это просто летающие не могут туда залезть. О, видите, уже телепортики стоят, все нормально, все хорошо. Как я понял, сюда просто не могут залететь в этот купол, забежать в этот купол летающие. Все прямоходящие, так сказать, и не только прямоходящие, а просто хотя бы ходячие, то они могут уже сюда спокойно залезть. Другое же, конечно, если же ты тут сразу же вызываешь. Так, погоди, стой.
Мне стало интереснее. Не, ничего. Мне стало интересно, что там внутри. Есть что, нет что. Смотрите внутри. Кстати, да, появилась какая-то новая фигня. Crafting Animatrix will spawn the boss at the location. То есть маленькая инструкция появилась. И она не выпадает теперь, если вы ее вызвать. То есть, если вы ее... Точнее, убрать вот этот это суммонер, то эта инструкция не пропадает. Так, передать. Давайте посмотрим. Я Darkstar, кстати, ни разу не бывал. Что-то на стриме-то я даже не думал, что есть еще Darkstar, его можно вызвать. Или я вызывал Darkstar. Не, не помню, вроде не вызывал. Я думаю, мы справимся с нашей Дудошей. Я не думаю, что это будет такая сильная проблема. Завалить Даркстара. Учитывая, что у меня 21 хилка есть, которую я могу юзать раз в минуту. Так что давайте. Заказываю эпичную музыку. Надеюсь, она сейчас будет играть. Да уж, говно, а не музыка. Так, Даркстар-то он дохнет быстро вообще просто. Да, не спорю, я огребаюсь по-жесткому, и в большей части огребаюсь от суммонеров. Но как бы у меня есть бутыли, так что мне это не проблема. И вот то, что я не могу повернуться, это меня, конечно, напрягает. Так, погоди. Darkstar повержен, отлично, теперь надо этих куропаток всех раскидать. Видите, я не могу просто сдвинуться. Они меня просто закидали в угол. Во-во-во, вылез наконец-то. О, все, пошперли. Поперли, миньоны дохнут. Ну, аллилуйя. Господи. Не, нормально, раскидаем сегодня. Сраные миньоны. Нам-нам-нам-нам-нам. Такс. Момент истины. О, да, с каждой выпадает. Отлично. 63. Нормально. Блин, а почему он когда в телепорт хотел залазить, он не отовался. 63, вообще зачетный, я бы даже так сказал. Просто офигенчиком. Так, ладно. Чего делать тут с здоровьем? Пока что пучком. Погнали еще за одним. Артефактом. А, еще надо будет эти взять, что-то я забыл. Надо сразу генетик голосовал, сразу все взять, что-то я забыл про них. Ну ладно. Сейчас возьму. Все равно так и так за артефактом идти, так что какая разница. Вот, а еще у меня, чтобы через ворот каждый раз не заходить, так, опаньки, и я дома. Здорово, да, я придумал. А самое главное, это не сильно-то заметно. Я старался сделать так, чтобы было все одинаково. Так, к примеру, у меня вот эти вот фундаменты, как видите, да? То есть, со стороны он выглядит как фундамент, как продолжение фундамента, да? А в некоторых местах это реально фундамент. Вот. Ну, в общем, я хотел сделать красиво. Не знаю, получилось ли. Но я старался. По крайней мере, для меня это вполне неплохо. Учитывая, что я обычно строю, это, конечно, очень даже, конечно. У меня сегодня спрашивали в комментариях, типа, следующий сезон будет, типа, по старому АК, который только новый, ну, это, который рассказывал, китайский, не китайский. На что я сказал, что, возможно, и вообще арка не будет. И, знаете, надоедает. Не, не игра. Надоедает напрягаться. Делаешься, пыжишься, а последние просмотры по арку мне показывают то, что людям все меньше и меньше нравится. Вот, и как бы в целом, да, подписчики идут, но подписчики начали идти после того, как я стал записывать другие игры. Кстати, да, в ближайшее время я в группе ВКонтакте сделал напоминалочку, вот, а именно новость о том, что... Мне дали на Quake Champions код на этот
на бета-тестирование, и я его уже скачал, и в ближайшее время у меня начнет появляться Quake Champion. Вот. Возможно, Warface я не буду больше снимать, потому что это говно меня просто бесит. Я уже задолбался вылетать, и как бы после того, как я посмотрел, как по-настоящему работают читы, и поиграв пару дней, я просто... У меня, возможно, началась паранойя, но суть в том, что... Все так же, все те же, кого я, на кого я, так сказать, кидал жалобу в бан, они все так же их продолжают. Вы горите, ёпта, я горю, ёпта. Вот, они все так же продолжались, то есть через пару дней, но появлялась напоминалочка. О, супер, он не успел их вызвать. Появлялось то, что... Ну, типа, спасибо вам за то, что вы помогаете, типа, мы его заблокировали. Вот. В общем, читаков, как говорится, не меньше, а устаю я еще больше. Блин, здорово! Так это ж все, что ли, да? Матрица! Ну, мистер Эльмин, господи. С чего я взял, что матрица? Так, что мне сейчас надо? Матрикс Кор, токенов, 15 токенов. У меня же вроде бы 12, да? Ну, это не проблема, сейчас на болото сгоняю, там по-быстрому набью. Для начала надо благополучно свалить отсюда. Погоди-ка, я там все забрал. Чуть забыл. В общем, не знаю, что да как да где. Сезон будет, как я уже говорил, сезон, возможно, будет все-таки до конца лета, до конца весны. Вот, в начале июня, как вариант, либо будет новый сезон, либо вообще арка не будет. Вот, ну просто, как я уже сказал, плачевное состояние просмотра в том плане, что вообще никак. Говорится, YouTube деньгами обижает, а просмотры все еще меньше и меньше. Вот, поэтому как бы я в расстройстве, я бы так сказал. Вот, допустим, выпуская выпуски по Панзару, я знаю, на что я рассчитываю, в том плане, что я ни на что не рассчитываю, я знаю, что и то 200 просмотров, это дофигища, это здорово. Да, 12. Вот, а допустим, выпуская арк, вроде бы и делаю... Я, возможно, попробую поснимать сезон на... Так, ты быстро плаваешь? Ёб твою ж налево, ты плаваешь как говно. Вот, попробую поснимать на официалке. Если на официалке... Ну как на официалке? Без модов. Если и без модов будет собирать такое же, такую же лажу, то, как вариант, я заброшу арку, потому что... В арке развития я уже больше напросто не вижу. По крайней мере, то, что я делаю, людей не устраивает. Ну вот, как говорится, немного лирики. Да и делал я, собственно, нужные вещи, поэтому немножко и можно было лирического отступления вывести. Ну а тем временем, пока я рассуждал, я... Сел на мантикору и полетел добывать токены. Почему бы нет? Давайте поубиваем немного боссов. Тем более я боссов давно уже не убивал. Так что, ну, на камеру я имею в виду. Вот. Да и в целом, 12 токенов всего. Господи, это ж так мало. Чего я их раньше не набил? О, точно, птерчик сидит. В том плане, что что-то как-то это... Мне казалось, что я вроде бы их много убивал боссов-то, а в итоге, по факту, оказалось, нет. Так, тоже притомленные. Ненавижу таких ублюдков, которые томят свое говно и... Вот какого фига? Давайте посмотрим на этих героев. Что за чмошники томят? Трайпов Вася, окей. Я официально заявляю. Я ненавижу таких ублюдков, которые томят, оставляют свое говно здесь. А, отлично. Вот... Еще одних ублюдков я просто терпеть не могу, этих конченых тварей, которые усыпляют и не добивают. У нас ПВЕ, я ничего ему не могу сделать. Усыпил? Убей. И вот еще МДК, ну хотя МДК, ну, там уже за себя все говорит.
Ненавижу я таких. Ненавижу тех, кто оставляет своих динозавров. Вы хоть раз видели моих динозавров? Кстати, я до сих пор птера своего так не нашел. Вот, вы хоть раз видели моих динозавров, чтобы они где-то блуждали, где-то оставались и так далее? Ни разу. Единственное исключение тогда, когда я вздыхаю как говно, как говорится, и тут без вариантов. Вот, поэтому, как бы, это, собственно, единственное, когда у меня хоть что-то так как-то. Другие же разы у меня всегда все, так сказать, при себе. Токен. Отлично. Очки ботаника. Вообще замечательно. Я хочу слезть. И я сделаю это. Давай слазь уже, господи, тебя. Шикарная жопа. Стрываешь вечно. И на дилофазавр говно. Дилофазавр говно, ясно. Значит, все-таки я слутал сразу же. Значит, то говно. Да, ты еще не хочешь потерять у меня ресурсы же. Так, что у меня там? У меня есть один токен. Мне нужно их еще два. Ну что ж. Найдем кого-нибудь. Вот, пожалуйста, да? Убить не могу. Вы скажете, ох, нет, его же усыпили, дикие динозавры. Уж извиняйте, когда усыпляют дикие динозавры, я могу их даже томить и убивать. Я сегодня убивал усыпленных дикими динозаврами. Но, как видите, если бы это было бы давно, я бы ничего не сказал. Но я сегодня убивал усыпленного динозавра, которого дикие динозавры усыпили. Вот, поэтому как бы... В этом проблемка вся. В этом вся такая масенькая проблемка. В том плане, что... вот так вот и все люди делают. Да, вот точно. Вот весь мой лут, так сказать. Блин, что-то как-то не сильно на болоте их много стало. Ну, это все фигня. Ну, опять-таки же, вон, две усыпленные, там, одну, две притомленные, да? Вот, поэтому, как бы, да. Ну, две усыпленные, конечно, это больше дают то, что они же по факту существуют до сих пор еще. Поэтому новые не томятся, отлично, понеслась. Да ладно. Или, погодите-ка, или все-таки реально... Без сознания, ничего понять не могу. Но я сегодня же убивал, никаких обновлений не было после перезапуска. А по ВЕшных, блин, либо я что-то не понимаю в этой жизни. Я сегодня убивал, я когда пытался найти маму, то, собственно, из-за чего я богомола притомил. Вот, когда я пытался найти мамонта, я... Погоди! А, нет, все нормально. Я убивал мамонтов, и там был мамонт усыпленный. Я, собственно, его и убил. Там был диким усыпленный. Не понимаю я ничего. Вроде ничего не обновлялось. Ну ладно. Здесь, возможно, они все-таки притомлены были так. Но там-то без вариантов. Там кто-то из этих паучих оглушил. Черт побери, ненавижу искать. Ненавижу вот так бегать, искать, что-то выискивать, вынюхивать. Где же ты? Типа того. Кстати, включить оказалось очень легко и просто. Я переключил на газ, потом переключил на электричество, и все нормально, он включился. Вот. Собственно... Ой, господи, что я делаю? Все просто замечательно, всех, так сказать, залутал все, что мне нужно. И это, как говорится, главное. Так, сейчас немножечко ресурсы скидаю. И уже начнем тащить. Так. Это. Дропай ты говна кусок. Жмешь ток вообще никакого. Так, отлично. Вот. Кстати, полимерчика у меня. Так, надо все хапнуть. Вот это одно можно скинуть нафиг нужно. Полимерчика у меня, как видите, дофига. 22744. Что означает, толку нету от того, что я буду хоть что-то делать. Так, ну, в том плане, что убивать кого-то и так далее. Так, Magic Score. Это вроде бы все. Так, ты у нас здесь хаваешь еще? Да, ты у нас хаваешь, так что ничего лишнего не схаваешь. Так, токены и кипы.
Ну и пошла жара. Так. Сейчас немножечко сразу освобожу. Вот все это дело. Так. Месяцо. Так, надо это выкинуть. Из чего у меня кожа там, когда я перетаскивал, у меня кожа оказалась... О, господи, не соврать бы. 585 440. Прикиньте. Вот такие вот дела. Так что, от того, что я выкину немножечко кожицы, ничего не изменится. Ну давай. Эволюционируй. Нет, давай я сюда, короче, лучше встану и пойдем. Так же красивее. О, да, я, наверное, даже наставочку поставлю. Ну, алло, ну что ты так долго-то? О, ты так долго? Пошла жара. Самая мощная эволюция, самая большая эволюция. Это та самая эволюция, которую многие ждут, начиная эволюционировать с... Начиная эволюцию с компиков, с маленького, с несчастного компика. И они жаждут дойти когда-нибудь до Даркстара. И это именно то, что делаю именно я сейчас. Дохожу до Даркстара. Да, Даркстар — это то, чего хотят многие в плане эволюции. Дойти до самого конца. Партиклы пошли, молния, прикольно, офигеть, вот это, конечно, да, это было красиво сейчас, и еще молния, господи, это круто, я выберу самый лучший скрин, который будет, по моему мнению, самым лучшим скрином, да, стоять, ой, у тебя седло, у тебя седло, что ли, надо, ой, блин, вот оно, как оно, 900 левел. А, так, сколько у тебя? 10 840 хп. И стоковый дамаг сейчас посмотрим. Так, седло. Ну-ка, что тут у нас? Атакс, left, right. Ага, правый-левый клик. C и Ctrl. Окей. Ну, я по своей привычке все проверяю, так что все пучком. Так, погоди, стой. Офигеть, Darkstar. Вот это я понимаю. Кстати, сразу же можете, так сказать, в перемоточке посмотреть, насколько у них разница. Погоди-ка, а где седло Даркстара достать? А если в Додо? Альфа Индоминус Рекс, Альфа... Окей. Не... Подожди-ка, я не допираю. Даркстар, дар. Берите седло, какого фига? Пола нету. О, пол, кстати, исчез, да. Агрессивный, нейтральный, давайте я сразу же на нейтралочку поставил. Кастрировать могу. То у него пола нету. Больше никакой информации. Седло только. А седло в случае мне с Даркстара выбивается-то, а? Интересно, сейчас погодите, посмотрим. Попробую найти. Твою мать, кизлина. Не нашел нигде информации. Реально нигде информации не нашел. И единственный был вариант. Ой, игра, вернись ко мне. Ага, все нормально. Единственный вариант, который мне пришел в голову, это создать седло Гиги. Но, как видите, я создал и обычное седло, и альфа-седло. И да, оно сработало, и все пучком. Отлично, давайте посмотрим. Правая кнопка мыши — это пламя. Левая кнопка мыши — обычный удар. Так, давайте лучше вот так вот это сделаю. Ну, кстати, он на Гигу и похож больше. То есть у него морда Гиги именно. У Дудорекса морда Рекс все-таки.
Обычный удар. Правой кнопкой мыши. А на кого он вызывает-то? Чё-то как-то непонятно. Непонятно. Потому что я, видите, немножко кнопочки-то поменял местами. Но опять-таки же... Да. Прыгать можешь. Отлично. Ну, в общем, такие вот дела. Как говорится, хоть и притомить-то притомил, а вот что-то вызвать птичек не могу. Суммонеров. Какие-то делюхи нехорошие. Так, С у меня ближний бой, приклад, окей. Это был Ctrl раньше. Ctrl с С просто местами у меня поменены. Какого фига? Ну да ладно, на Ctrl жму, он просто орёт. Так, ну-ка, давай-ка мы так сделаем. Он просто орёт, то есть оглушает, на С он ничего не делает. И, собственно, пламя и обычненький удар. Да. Конечно, я если не проверю стоковый дамаг, обычный дамаг, без лишних заморочек, то есть без лишних увеличений и так далее. Сломал ноги, пришел к успеху. Так, бежим на тот же остров, все туда же, все тоже. Так, к тебе закидываем сюда вот эту вот гадость. Пригодится. И загрузка! И погнали проверять дамаг. Так. 183 тысячи дамага, это вполне неплохо. Стоковый дамаг, 183... Это супер. Так, а пламя? Ну давай, пламя. 16 тысяч. Там кого-то даже убил, блин. Отлично. Отлично, просто здорово. Так, ну и давайте-ка 183 за один клик, сколько я увеличу себе за дамаг. Было 183, да, он ведет себя как гига чистой воды, поэтому, да, стоило просто на морду ему глянуть, и уже бы понятно было. Так, 183, 198, 15 тысяч за клик. Кликов примерно будет около сотки, так что... Да. Все будет здорово. Я получу те самые дамаги, которые я видел на стриме. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот такие вот дела. Ну что, в следующей серии уже будем убивать боссов. Пошел уже отсюда. Скотина, летит уже. В следующей серии уже будем эндбоссов убивать. Будем смотреть, кто, что, где, как. И уже, конечно же... Будем именно на это. Ну, еще есть много еще. Еще есть, еще будут эволюции, которые я еще не рассматривал. Я бы так сказал. Началось самое интересное этого мода. В последующих сериях, так как будут эволюции, и будут уже конечные результаты эволюций. Вот, я потихонечку все это подготавливаю, и я боюсь, моего ангара мне не будет хватать, придется достраивать второй этаж вверх, и вширь, короче, в общем, я еще дом должен буду увеличивать, потому что что будет дальше, это полный кобздюнь. Так, ну-ка давай-ка вот так сделаем, чтобы морды смотреть как надо. Вот такие вот дела, народ. В общем, такой вот получился выпуск. Не знаю, хорош, не хорош, как говорится. Писать... О, батарейка на телефоне раздражается. Писать именно вам. В комментариях понравилось, не понравилось. Ну, а я с вами уже, пожалуй, буду на этом прощаться. Не забывайте, что в группе ВКонтакте я пишу разные новости. Интересные, неинтересные, решать же вам. Но за группу ВКонтакте тоже есть смысл последить. Хотя бы иногда. Хотя бы раз в пару дней. Заглянуть-то ничего не стоит, как говорится. Вот такие вот дела. Что еще? Что будет дальше с развитием канала? Я решу. У меня есть разные идеи на примете.
там будет видно. Вот, и что дальше? Что еще, что еще, что еще, что еще? Да все, на этом все уже. Как говорится, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.